Народный фронт, на мой взгляд, решает две основных задачи. Задача номер один – получить президенту Путину широкую общенародную поддержку. Для этого был инициирован этот Народный фронт. Для того, чтобы люди, которые не связаны никакими партийными интересами, люди, которые чего-то добились на своей работе, в жизни, могли, так сказать, поддерживать президента Путина и могли свои идеи доносить ему напрямую. Это первая задача. Вторую задачу, которую решает Путин созданием Народного фронта, это обновление элит. Потому что те элиты региональные, часть федеральной элиты не являются пропутинскими, не являются его сторонниками. И это можно отследить даже на примере реализации майских указов президента, когда мы видим, что указы президента, прямые указания, не исполняются. И это, конечно, предательство элит. Путин это понимает, Путин это чувствует. И через Народный фронт, конечно, он хочет эту элиту обновить, впрыснуть новую, свежую, живую, молодую кровь в прогнивший механизм государственного управления. Вот, я думаю, две таких задачи решает Народный фронт. И посмотрим, как будут развиваться события.